الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لأهل هذا البلد ووفقهم لما تحبه وترضاه. Мои братья и сестры в исламе, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я хочу начать с того, что для меня большая радость быть сегодня вашим гостем. Я прошу Аллаха Святой на Велик даровать вам свое прощение и успех во всех ваших делах, а также вашим семьям, вашим детям и всем вашим близким. Для меня большая честь находиться здесь, на этой благословенной земле, и я прошу Аллаха даровать этой земле и всем, кто здесь живет, успех и процветание, и чтобы Всевышний Аллах всегда был доволен вами. Братья и сестры, тема, которую я выбрал, посвящена последним дням жизни пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это очень большая тема, и, разумеется, за столь короткое время я не смогу уделить ей подобающее внимание, и мне не хватит слов, чтобы описать, насколько ценными и насколько эмоциональными были последние мгновения жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Нет и не было на этой земле человека или любого другого створения Аллаха, чьи последние дни были бы столь же трогательны, столь важны и ценны, чем последние дни лучшего из творений, жившего когда-либо на этой земле. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обладателя прекрасного, сияющего лика. Братья и сестры в исламе, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был ниспослан для всего человечества, для всех народов. Это был последний из посланников Аллаха. Он тот, чья смерть означала завершение всех откровений, книг, ниспосылаемых Богом на эту землю. Больше не будет небесного писания, не будет аятов, не будет откровений. От Аллаха Святой на Велик. Миссия Джибриля, мир ему, также подошла к концу, вместе со смертью последнего посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Из Сиры ибн Хишама, а также из трудов выдающегося ученого ибн Исхака, я уверен, что вы все слышали о нем. Также есть очень известная книга под названием «Запечатанный нектар» имама Аль-Мубарак Фури. Да помилует его Аллах. Он покинул этот мир несколько лет назад. Он был из Индии. Эта книга является одной из самых известных книг о жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Все эти источники, благодаря которым я сегодня представляю вам эту лекцию, посвященную последним дням пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Все эти факты и события в этой лекции взяты из достоверных источников. Братья и сестры в исламе, в 12 месяце десятого года по хиджре пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал свою последнюю проповедь при большом количестве народа в досточтимой Мекке, в последний хадж пророка. И это событие получило название «Последняя проповедь». И мне интересно, с какими словами пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к этой огромной толпе людей. Что он говорил? Это длинная проповедь, и я уверен, что многие из вас знают ее. Мы выделим из нее самые важные моменты. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сначала восхвалил Аллаха и передал благословение его посланнику, а затем обратился к людям с такими словами. «О люди, запомните слова, которые я собираюсь вам сказать, и передайте их тем, кто отсутствует. Те, кто сегодня здесь, передайте мои слова тем, кто придет после меня, имея в виду нас с вами. И об этом мы подробно поговорим чуть позже, иншаллах». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел людям слушать его очень внимательно. Затем он сказал, чтобы они никогда больше не предавали сотоварищей Аллаху,
Всевышний Аллах сохранил земли арабов от ширка, Мекку, Медину и их окрестности. Он также сказал, что Иблис потерял надежду распространить на земле арабов многобожие. Но он будет наущать людей, чтобы те совершали малые грехи. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, предостерегал нас от того, чтобы мы легко относились к малым грехам. Он сказал, большинство из моей уммы попадет в огонь ада, временно, разумеется, из-за того, что они считали незначительными малые грехи. Видите, как он заботился о нас, как он переживал, чтобы мы не считали малые грехи как что-то незначительное, чтобы мы хотя бы переживали из-за них. Да, мы знаем, что молитвы стирают прегрешения, но все же мы не должны чувствовать, что малые грехи являются чем-то нормальным для нас. Затем он, саллиллаху алейхи вассалям, призывает нас поклоняться Аллаху и слушаться его посланника. Он сказал, «Я оставляю с вами два совершенно ясных пути. Они ясны, как день и ночь. Это Коран и Сунна. И никто не собьется с пути, кроме тех, кому суждено погибнуть». Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел нам искоренить из своей жизни такие понятия, как национализм, расизм, наши различия в цвете кожи, происхождении и поле, и разница наших полов. Он сказал, что признаки времен невежества, такие как национализм, навсегда ушли в прошлое, и что теперь они под его ногами. Он произнес все это на священной земле, в священный месяц во время хаджа. Он повелел отбросить нам это, так как оно издает неприятный запах, подобно разлагающемуся трупу. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел нам не рубить шеи друг друга. Это имеет два значения. Первое, чтобы мусульмане не направляли своих мечей друг против друга. И второе, чтобы мусульмане не говорили друг у друга за спиной. Чтобы не клеветали друг на друга. Одним словом, чтобы мусульмане не притесняли друг друга ни словом, ни делом. Ведь сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что мы, мусульмане, это одна единая община. Что мы, братья и сестры по вере, мы все подобны зубам, расположенным на одной челюсти. Мусульманская умма подобна одному телу. И если одна часть тела испытывает боль, то все тело также страдает и не может найти покой, как бывает с человеком, когда у него болит, скажем, зуб. Он не может спокойно спать ночью, страдая от боли и горячки. Это один из самых важных советов, который пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал нам в тот день. И знаете почему? Человек может спросить, почему они так важны? Потому что исламское государство никогда бы не стало процветающим, если бы посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не покончил с враждой между мусульманами. Он объединил сердца верующих в Медине, и тогда впервые он, саллиллаху алейхи вассалям, назвал нас особым именем – уммой. Впервые в истории общество людей стало называться уммой. Братья, а знаете ли вы, откуда произошло слово «умма»? Оно произошло от другого арабского слова «ум». Вы ведь все знаете, что оно означает, так ведь? Мать. Но само слово «ум» также является производным от другого слова «амма», что значит «сосредоточиться на чем-нибудь», сделать это объектом своего внимания. И действительно, когда мать рожает своего ребенка, все свое внимание она сосредотачивает на нем, так ведь? А когда ребенок вырастает, уже он начинает заботиться о своей матери. Но когда ребенок еще мал, мать забывает про все вокруг и думает только о ребенке. Поэтому ее и называют «умм». И вы, мои братья и сестры, также именуетесь «уммой», «уммой пророка Мухаммада», саллиллаху алейхи вассалям. Это означает, что как будто бы вы были рождены от одной матери. Настолько вы близки друг к другу. И это на самом деле так. Мы очень близки, и поэтому мы должны относиться друг к другу соответствующим образом. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, продолжил давать советы. Он обратился к мужчинам и повелел им заботиться о своих женщинах, беречь их и не совершать против них притеснений, исполнять свои обязанности перед ними. Вы хорошо знаете хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что лучший из вас – это тот, кто лучше всего относится к своей жене, а я лучше всех отношусь к своей жене.
Братья мои, как вы думаете, почему пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дает нам такие суровые и в то же время важные советы в свою последнюю проповедь, и которые многие мусульмане сегодня позабыли? Да потому что он, саллиллаху алейхи вассалям, знает, что, став единой уммой, мусульмане, в каком бы поколении они ни жили, никогда не станут процветающими, если не будут уделять внимание самой важной основе любого общества, любой семьи, главного источника воспитания – матери. Ведь мы проводим большую часть своей жизни, особенно в детстве, именно с матерями. Я поделюсь с вами своим личным опытом. Я заметил, что мои дети, мой сын и дочь, намного лучше и быстрее воспринимают знания от матери, чем от меня. Я уверен, вы со мной согласитесь. Ей достаточно сказать всего пару слов, и они тут же их запоминают. Машаллах. Вот такие они. И мужчины часто жалуются, что женщины много разговаривают, не правда ли? Они много говорят, потому что им приходится много объяснять, разъяснять. Множество деталей, когда дети их о чем-то спрашивают. И дети также много разговаривают. И это на самом деле положительный знак. Не нужно думать, что это недостаток женщин. Пророк уделил так много внимания заботе о женщинах, о матерях, еще потому, что Аллах, Свят Он и Велик, создал их для нас, и мы будем отвечать за них. Когда Всевышний Аллах создал женщину из ребра Адама, он, Адам, стал полноценным. Он нашел свою полноценность только рядом с женой. И также женщина становится полноценной, когда рядом с ней мужчина. Мы становимся полноценными, когда заботимся о своих матерях, дочерях, сестрах. И они, в свою очередь, находят покой рядом со своими сыновьями, отцами и братьями. Если мы не будем заботиться о своих женщинах, то наша умма никогда не будет процветать. Следующий совет пророка, саллиллаху алейхи вассалям, касался ростовщичества. Братья мои, почему так получилось, что ростовщичество, которого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, так сурово велел нам остерегаться, почему оно стало настолько распространенным сегодня? Разве нищета, которая господствует в землях мусульман и в других странах третьего мира, не является следствием этого пагубного влияния? То, что люди недоедают, умирают от голода, страдают от притеснений и беззакония. Все это прямой результат ростовщичества и всего, что на нем построено. Крупнейшие капиталисты и олигархи построили свое состояние именно на ростовщичестве. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, он побратал мухаджиров и ансаров, и одним из первых дел, которые он запретил, было ростовщичество. Почему? Потому что иудейские племена Медины, Бану Курайза, Бану Надыр и Бану Кайнука, когда вели торговые отношения с племенами Ауз и Хазрадж, налагали на них большие проценты. И это было одной из главных причин непрекращающихся войн между этими племенами. Иудеи снабжали их оружием. И когда ауситы и хазраджиты не могли им заплатить, иудеи говорили: «Не волнуйтесь, вы можете заплатить нам позже, но уже с процентами». Ростовщичество порождает несправедливость и гнет. Оно делит людей на два противоположных класса. Одних оно делает неимоверно богатыми, а других – подобно рабам. Поэтому пророк повелел оставить ростовщичество. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, еще раз подчеркнул важность братства в исламе, сказав: «О люди, знайте, кровь, честь и имущество любого мусульманина являются неприкосновенными, так же, как этот день ваш, этот месяц и этот город, если не больше. Они более священны, чем сама Кааба. Кровь, честь и имущество мусульман неприкосновенны, братья мои». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, дал еще некоторые советы в тот день, но больше всех он подчеркнул следующие: приверженность и покорность одному лишь Аллаху, Свят Он и Велик, отречение от многобожия, братство в исламе, забота о женщинах и неприкосновенность чести, крови и имущества друг друга. Это были простые советы. Но как же далеко мы от них отошли сегодня. Мы просим Аллаха простить нас и снова вернуть нас на этот праведный и благородный путь. Путь, который ведет к процветанию, лидерству и распространению на земле благочестия. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, завершил свою речь, подняв свой указательный палец сначала на небо, а затем направив в сторону людей и сказал: «О Аллах, будь свидетелем, что я донес до них. О Аллах, будь свидетелем, что я донес до них». И потом он повторил эти слова несколько раз, пока люди не начали плакать. Настолько они были морально потрясены.
После этого менее чем через месяц, на 29-й день Сафара, в 11-й год по хиджре, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, участвовал в одном походе. И во время него он съел еду, приготовленную иудейкой из племени Хейбар. Эта еда была отравлена. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вскоре почувствовал себя хорошо. Однако последствия отравления вскоре, менее чем через месяц, дали о себе знать. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправился на кладбище Аль-Бакия, и в тот день он почувствовал слабость и отправился на кладбище, где похоронены мусульмане. Интересно, почему он пошел именно туда? Может, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, понимал, что его жизненный срок скоро подойдет к концу? Или, может, он так хотел напомнить нам о смерти, что это истина, и что каждый почувствует ее горький вкус? Даже самое любимое творение Аллаха, его посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Итак, посланник, саллиллаху алейхи вассалям, отправился в Аль-Бакия. С ним в тот день были Абу Хурейра и несколько других сподвижников. Он, саллиллаху алейхи вассалям, совершил длинную и обширную мольбу за обитателей кладбища Аль-Бакия, за шахидов. И завершив свое длинное дуа, он сказал: «Поистине вы опередили нас, и если Аллах пожелает, мы скоро присоединимся к вам. Поистине мы радуем вас благой вестью о рае». Затем он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал такие слова: «Единственное, о чем мне жаль, это о том, что я не увижу моих братьев и сестер». Абу Хурейра стоял рядом с ним и слышал эти слова. Он был в недоумении, так же, как и другие сподвижники. Он спросил: «О посланник Аллаха, разве не мы твои братья? Ведь мы здесь стоим возле тебя, о посланник Аллаха». Абу Хурейра был озадачен, он не понимал, что имел в виду пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он даже немного испугался за пророка, говоря: «О пророк Аллаха, с тобой все в порядке? Вот мы здесь, твои братья». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на него, и на его лице была видна усталость. Он был немного опечален. Он сказал: «О Абу Хурейра, вы мои сподвижники. Братья же мои, это те, кто уверовал в меня, хотя они никогда не видели меня, и они еще не пришли. И единственное, о чем мне жаль, это то, что я их не увижу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, намекает, что скоро он простится с ними. И тем не менее, самое важное для него, после желания встречи с Аллахом, это мы. Всевышний Аллах говорит в Коране, приблизительный смысл: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Поистине пришел к вам посланник Аллаха из вас самих. Он похож на вас. Да, он посланник Аллаха, и поэтому он выше, чем вы, но он из вас. Когда вас постигает какое-нибудь несчастье и трудность, ему становится очень больно. Ему становится очень больно на душе. Он не может этого вынести. Он очень беспокоится за вас, чтобы вы не причинили себе вреда. И он очень добр и милосерден по отношению к верующим. Таков посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, спросил: «О посланник Аллаха, есть ли хоть один шанс, что ты увидишь их когда-нибудь?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Да, я как будто сейчас это вижу. Я буду ждать их возле моего водоема в судный день. И я буду призывать каждого из них лично.
чтобы они выпили из моей руки. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, еще сильнее удивился и спросил: «О посланник Аллаха, а как ты их узнаешь? Ведь ты их никогда не видел». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я приведу вам пример. У человека есть много лошадей, и большинство из них черного как смола цвета. Но среди них есть лошади с белыми пятнами на носу, на спине, на ногах, на хвосте. Разве хозяину будет тяжело отличить сплошь черных лошадей от пятнистых?» Абу Хурейра сказал: «Нет, о посланник Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «В судный день я также легко смогу отличить их. Вот в каком виде они придут ко мне. Когда все остальные будут покрыты чернотой из-за своих грехов, эти будут словно переливаться различными цветами. И это будет сиянием, исходящим из их лиц, из их рук и ног». Абу Хурейра удивленно спросил: «О посланник Аллаха, но почему они будут сиять так ярко в тот день?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Это будут следы от омовения, которые они совершали при жизни. Так делайте свое омовение наилучшим образом, о рабы Аллаха». И Абу Хурейра затем вспоминал: «С тех пор, когда бы я не совершал омовение, я делал его наилучшим образом. Это значит делать так, чтобы вода доходила не только до локтей, как обычно, а выше, вплоть до плеч. И я наслаждался этим». Субханаллах. Вы когда-нибудь чувствовали наслаждение, когда совершаете омовение? Когда вы наслаждаетесь каждой каплей, падающей с вашего тела? Представьте, что с каждой каплей смывается какой-нибудь ваш грех. Вы наслаждаетесь омовением так же, как наслаждаетесь поклонением. Я не говорю сейчас только лишь о молитве. Помните случай с Билялем, да будет доволен им Аллах? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как был вознесен на небо, спросил Биляля: «О Биляль, как ты смог опередить нас в раю? Я слышал твои шаги передо мной в раю». Биляль ответил: «О посланник Аллаха, я не знаю, почему так вышло, но каждый раз перед молитвой я совершаю омовение. И каждый раз, как я потеряю омовение, я делаю его снова». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил на это: «Это и есть причина, почему я слышал твои шаги передо мной в раю». То, что Биляль шел впереди пророка в раю, не значит, что он лучше пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Нет, пророк в буквальном смысле слышал его шаги перед собой в раю. Он видел его на расстоянии от себя и был приятно удивлен, что Биляля, да будет доволен им Аллах, ждет рай. Мои братья и сестры, после этого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, почувствовал себя плохо. Это был месяц, в котором он покинет этот мир. И возвращаясь домой с кладбища Аль-Бакия, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, почувствовал сильный жар, подобно которому он не испытывал раньше. Это случилось в среду, за 5 дней до его, саллиллаху алейхи вассалям, смерти. Рядом с ним были несколько сподвижников. И одним из них был Абдулла ибн Амр ибн Аль-Ас. Он говорил: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, передал нам слова пророка Ибрахима, мир ему, который сказал: «Рабби иннахунна адлална кафиран минан наси, фаман таби'ани минхум, фа иннаху минни, ва ман асани, фа иннака гафурур рахим». О Аллах! Многие из тех, кто должен был следовать за мной, сбились с пути. И кто подчинится тебе и последует за мной, тот будет из меня. А кто ослушается тебя и отвергнет меня, то ведь ты прощающий и милосердный». Затем пророк прочитал аят про Айсу, мир ему, который сказал: «Если ты решишь наказать их, то ведь они твои рабы. Но если ты решишь простить их, то ведь ты самый могущественный, наищедрейший». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поднял свои руки к небу. Абдулла ибн Амр передает, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал произносить следующую мольбу: «О Аллах, а я прошу тебя лишь об одном, имея в виду, что если Ибрахим, мир ему, обратился к тебе с этой мольбой, а Айса, мир ему, попросил об этом в своем дуа, то я прошу только об одном. Аллахумма уммати, Аллахумма уммати, Аллахумма уммати. О Аллах, спаси мою умму, спаси мою умму, спаси мою умму».
Пророк уже прощается с этой жизнью, и единственное, что его заботит в этот момент, это его община. То есть мы с вами. Главное, что его заботит, это судьба последующих поколений мусульман, которых он уже не увидит при жизни. Он, саллиллаху алейхи вассалям, вот-вот покинет этот мир, но он беспокоится за нас, переживает, как будто пророк, саллиллаху алейхи вассалям, понимает, что вскоре нас постигнут трудности и бедствия, что мы собьемся с пути, который он нам показал. Поэтому он произнес эту мольбу, а затем заплакал. Абдулла ибн Амр бин Аль-Ас рассказывал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал рыдать. Он так сильно плакал, что его борода стала мокрой от слез. Аллах, Свят Он Велик, отправил Джибриля к пророку и сказал: «О Джибриль, спроси Мухаммада, что заставило его лить слезы, и поистине Господь его знает лучше, что заставило его плакать». И Джибриль, мир ему, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и спрашивает: «О пророк, твой Господь спрашивает тебя, почему ты плачешь, и поистине Он знает, почему ты плачешь». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О Господь мой, я прошу тебя спасти мою умму, я очень боюсь за них». Затем Аллах, Свят Он и Велик, сказал Джибрилю: «Передай ему, о Джибриль, я сделаю так, что он будет доволен своей уммой, и он не будет печалиться из-за нее». Аллаху Акбар. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. О Аллах, сделай нас из уммы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах пообещал пророку, что сделает его довольным своей уммой. В судный день, что он не будет печалиться из-за нее. Пророку будет оказана великая милость в судный день. Он будет заступаться за свою общину. Никому из пророков не была оказана подобная честь, только пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. В тот день люди придут к пророку Адаму, Ибрагиму, Мусе, Иси, но они не смогут им ничем помочь, и они скажут: «Мы бессильны сделать что-нибудь для вас. Поистине, сегодня наш Господь гневается так, как не гневался никогда раньше. Идите к кому-нибудь другому». И так до тех пор, пока они не придут к Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И этот день, когда он снова встретит нас, иншаллах, он поднимет свои благородные руки и начнет взывать: «О Аллах, моя община! О Аллах, моя община!» И в этот день Аллах спасет его умму. Это будет милость, которая не была дана ни одному пророку до него, саллиллаху алейхи вассалям. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, навестил своих жен. И он спросил каждую из них: «Как вы думаете, у кого мне остаться завтра?» Субханаллах. Да, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был женат на многих женщинах. Это правда. И в этом заключена великая мудрость. Пророк не был похотливым человеком. Пусть Аллах убережет нас от подобных мыслей. Он был женат на вдовах, на вольноотпущенницах, на разведенных женщинах. Он женился на тех, кто был старше него. Он женился на женщинах прежде всего, чтобы распространить учение ислама среди различных племен и народов, чтобы упрочить отношения между ними. И в то же время, на своей супружеской жизни он показал пример другим, как нужно заботиться и беречь женщину, что любая из них имеет ценность и достоинство, неважно, каково ее происхождение и какой у нее цвет кожи. И все жены пророка, саллиллаху алейхи вассалям, представлявшие различные племена и имевшие различные происхождения, стали матерями правоверных. И это стало еще одним доказательством, что в исламе не важно, кто вы и какое племя представляете. Главное, чтобы вы обладали благочестием и богобоязненностью. И именно это делает одних лучше, чем другие. Даже став богобоязненным, человек не должен гордиться этим. Ведь только Аллах знает, кто на самом деле таков. Всевышний Аллах сказал приблизительный смысл: «Не восхваляйте самих себя, ибо ему лучше знать тех, кто богобоязненен». Итак, он собрал своих жен. И посмотрите, насколько скромен и кроток он. Как уважительно он обращается с ними. Он разговаривал с каждой из них, как с равной себе. Он с каждой из них провел ночь. Он говорил с ними, используя самые вежливые, самые приятные слова. И они знали, о чем он хочет их попросить. С другой стороны, обратите внимание на уважение и чуткость жен пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он спросил каждую из них: «Где мне остаться завтра?» И они все поняли, что он хочет быть со своей самой любимой женой, Аишей, да будет доволен ею Аллах. И поэтому все они ответили так: «О посланник Аллаха, ты можешь оставаться в доме Аиши». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очень обрадовался, когда услышал это. Аиша была дочерью Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. И не только это было причиной столь сильной любви пророка, саллиллаху алейхи вассалям, к ней. Итак, он остался у Аиши, да будет доволен ею Аллах.
Его двоюродные братья Абдулла ибн Аббас и Фадл ибн Аббас привели его в дом Аиши, держа его с двух сторон за подмышки. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был настолько слаб, что он почти не мог передвигать ногами. Они буквально волочились по земле. Он не мог прямо держать свою голову. Она падала то в одну, то в другую сторону. Наибольшие испытания выпадают на долю пророков, затем на тех, кто придет после них, а затем после них. Итак, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прибыл в дом Аиши, да будет доволен ею Аллах. Те, кто помог ему, ушли. И Аиша, да будет доволен ею, Аллах говорила: «Не было в моей жизни более счастливого дня, чем тот, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел в мою комнату. Он положил свою голову сюда, между шеей и грудью. И я сказала ему: «О посланник Аллаха, как же у меня болит голова». Аиша, да будет доволен ею Аллах, часто говорила эти слова пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «У меня болит голова. Как же болит голова». Это похоже на попытку вызвать жалость к себе. Многие женщины поступают так. Жалуются, что у них болит голова или еще что-нибудь, желая, чтобы муж пожалел их и сказал какие-нибудь приятные слова. Иногда им просто приходится вытаскивать их из нас. Она сказала: «О, как же болит голова, о посланник Аллаха». И в первый раз за все время пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сделал дуа за нее и не пожалел ее, а лишь сказал: «О, Аиша, у меня сильнее болит голова, и сегодня мне действительно очень больно, очень больно». Но затем он все-таки сказал: «О, Аиша, хочешь, я сделаю за тебя дуа? Если ты умрешь раньше меня, я буду молить Аллаха, чтобы он простил тебя. И я буду делать еще больше дуа за тебя». На это Аиша ответила: «Нет, о посланник Аллаха, я не хочу умирать раньше тебя, ведь тогда ты женишься на ком-нибудь после меня. Нет, я хочу быть твоей последней женой». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, улыбнулся. Вот таким был посланник Аллаха. Даже в момент, когда ему было очень и очень больно, он улыбался. А как ведем себя мы, когда нам больно? Когда мы болеем, мы становимся раздражительными, сварливыми, постоянно жалуемся. Пророк, несмотря на свое состояние, проявляет доброту и нежность к своей любимой жене и к другим женам, к своей умме, своим сподвижникам. Недаром пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Терпение проявляется в самом начале испытания». Жар стал все сильнее. Жар стал все больше усиливаться. В таком состоянии он уже не мог стоять. Он попытался встать, чтобы отправиться в мечеть и совершить вечернюю молитву, но что произошло? Он, саллиллаху алейхи вассалям, упал и потерял сознание. И когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очнулся, он сказал: «Принесите 7 ведер воды и налейте их на меня». Согласно пророческой медицине, если у вас или у вашего ребенка жар, то налейте на него холодную воду. Она остановит жар. На пророка, саллиллаху алейхи вассалям, было налито 7 ведер, и после 7-го он сказал: «Хватит». Затем он взял маленькое полотенце, намочил его и стал прикладывать его ко рту и лбу, и сказал следующие слова: «Ла илляха илляллах. Субханаллахи, инна лилмаути ласакарат». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, свят он и велик. Поистине, перед смертью наступает агония. Даже посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, испытывал агонию. В этот момент вошел Абдур-Рахман ибн Абу-Бакр. Когда он увидел, как страдает пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то сказал: «Неужели ты испытываешь муки, о посланник Аллаха? Ведь ты же посланник Аллаха». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил: «Я испытываю такую боль, какую испытывают двое сильных мужчин из вас.
Абдур-Рахман спросил: «Значит ли это, что ты получишь двойную награду?» Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил: «Да». Даже если мусульманин почувствует боль от укола колючки, то это стирает один его грех, равный боли, которую он почувствует. Затем он произнес, что наибольшие муки испытывают пророки, затем те, кто ближе к ним, затем те, кто следует за ними. И если Аллах любит своего раба, Он подвергает его испытаниям, потому что благодаря испытаниям и тяготам прощаются грехи, и терпение, проявленное вами, повышает вашу степень в раю. Настолько, что в судный день люди, глядя на вас, будут спрашивать, почему они на вышине, а не мы? Аллах Всевышний скажет, что когда я испытывал их болью и страданиями, они были терпеливы, и они взывали ко мне о помощи, а вы не делали этого. Они заслужили такое положение, заслужили по праву, своим собственным трудом и усилием. Мои братья и сестры, той ночью пророк, саллиллаху алейхи вассалям, едва мог стоять на ногах. Он сказал своим сподвижникам: «Возьмите меня в мечеть». И как вы думаете, кто руководил молитвой в отсутствии пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Кто это был? Это был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Как? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил Аишу. Люди уже помолились? Она сказала: «Нету, посланник Аллаха, они ждут тебя». Затем пророк опять потерял сознание. И через некоторое время очнулся снова и спросил: «О, Аиша, люди уже помолились?» Она ответила: «О, посланник Аллаха, они ждут тебя». И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, попросил, чтобы его подвели к окну. Он увидел, как они выстраиваются в ряды, и сказал: «Прикажите Абу Бакру, чтобы он руководил молитвой». Аиша сказала: «О, посланник Аллаха, люди беспокоятся, потому что Абу Бакр много плачет, когда молится, и у него недостаточно громкий голос. Пускай Умар станет в качестве имама. Его голос услышит больше людей». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повторил: «Прикажите Абу Бакру, чтобы он руководил молитвой». Кто-то из стоящих рядом сказал: «О, посланник Аллаха, как насчет того-то?» Он произнес в третий раз: «Прикажите Абу Бакру, чтобы он руководил молитвой». И он добавил: «Вы подобны женщинам, которые плохо поступили с Юсуфом, мир ему. Не будьте подобны им. Прикажите Абу Бакру стать имамом для людей». Позвали Абу Бакра. Но его пришлось уговаривать. Почему? Потому что он сказал: «Я не могу занять место посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям». И его буквально заставили стать имамом. Когда пророка, саллиллаху алейхи вассалям, привели в мечеть, Абу Бакр захотел отступить назад, но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал знак рукой, чтобы тот оставался на своем месте. Он повелел, чтобы ему принесли стул и поставили рядом с Абу Бакром, с правой стороны от него. Братья и сестры, это все признаки, которые указывают на достоинство Абу Бакра. И это намек на то, что Абу Бакр станет лидером мусульман после пророка, саллиллаху алейхи вассалям. После окончания ночной молитвы пророк, саллиллаху алейхи вассалям, встал и произнес речь. Мне интересно, какими были первые слова пророка, саллиллаху алейхи вассалям. С чего он начал? Он сказал: «Если я кого-нибудь из вас обидел или причинил вред, если я у кого-нибудь из вас что-то взял и не вернул, то сегодня вы можете потребовать с меня по праву». Аллах Свят Он Велик может простить рабу, если тот нарушил или не выполнил какое-нибудь из его прав. Это возможно. Что же касается прав людей по отношению друг к другу, то Аллах не простит им, поскольку это не его права, это права людей. Поэтому будьте осторожны и не нарушайте прав других людей. Даже если это всего лишь злословие в форме шутки, будьте осторожны. Никто не вышел и не сказал, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, должен ему что-либо. Но после молитвы, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уже собирался встать, один человек подошел и сказал: «О, посланник Аллаха, ты должен мне 3 динара».
Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к Ибн Аббасу и сказал: «Отдай ему их». И Фадль Ибн Аббас дал ему 3 динара. Затем подошел другой человек и сказал: «О посланник Аллаха, однажды ты хлопнул меня по животу». И это была история о том, как во время одной из битв посланник Аллаха выравнивал ряды, приказывая, чтобы воины выравнивались и не выходили вперед, и не отставали, не оставляя между собой пустот. Он дошел до одного человека, живот которого слегка выпирал вперед, вперед ряда, и пророк слегка прихлопнул его по животу. Он сделал это в шутливой форме, чтобы тот подтянул живот, и косвенно указал ему есть поменьше. Итак, это был тот человек. Он сказал: «О посланник Аллаха, ты хлопнул меня по животу однажды». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднял свою рубаху и сказал: «Отомсти мне». Тот человек подошел и поцеловал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в живот. Он сказал: «О посланник Аллаха, я сказал это тебе только чтобы прикоснуться к твоему благословенному телу». Субханаллах. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Человеку был дан выбор между смертью и вечной жизнью, и он выбрал встречу со своим Господом». И внезапно кто-то в толпе принялся рыдать и говорить: «О посланник Аллаха, да будут моя мать и отец выкупом за тебя». Люди оглянулись назад и увидели, что это был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы удивились, почему Абу Бакр плачет. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, что человеку был дан выбор между жизнью и смертью, и что он выбрал встречу со своим Господом. Почему же он плачет?» Затем они услышали, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Каждая дверь этой мечети будет закрыта, кроме двери Абу Бакра». То есть, если кто-то захочет войти в мечеть, пусть входит через дверь Абу Бакра. Его дверь будет служить входом в мечеть пророка. Все, кому я оказал милость иметь свой вход, будут лишены этого, кроме Абу Бакра. Я не в силах отобрать у него милость, данную мной. Ведь он так много для меня сделал, что даже после смерти я не смог бы отплатить ему сполна. Да будет доволен Аллах Абу Бакром». И тогда люди поняли, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прощается с ними. И они также поняли, что после того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, покинет этот мир, Абу Бакр становится самым знающим и достойным среди них. Закончив свою речь, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прочитал им длинный аят, в котором говорилось о братстве, о единстве, покорности Аллаху и подчинении Его посланнику, о заботе об ансарах. Он очень много говорил об ансарах, о том, что скоро их станет так мало, что они будут подобны щепотке соли в огромном котле с водой. Он призывал беречь их, заботиться о них. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал очень длинное дуа за ансаров и мухаджиров. Потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спустился и направился в свою комнату. На следующий день, в среду, страдания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, усилились. Несмотря на это, он вспомнил, что у него осталось 7 динаров. Он позвал Аишу и сказал ей: «О, Аиша, у меня есть 7 динаров, отдай их нуждающимся». Затем он потерял сознание. Очнувшись, он, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «О, Аиша, ты отдала тебе 7 динаров?» Она сказала: «О, посланник Аллаха, мы были слишком обеспокоены за тебя». Он сказал: «О, Аиша, что я отвечу своему Господу, когда встречу его с 7 динарами? Отдай их». Он снова потерял сознание, но вскоре очнулся и спросил в третий раз: «О, Аиша, ты отдала 7 динаров?» Она сказала: «Да, о посланник Аллаха». Он сказал: «Хвала Аллаху». В ту ночь Аиши пришлось попросить у соседки немного молока, чтобы накормить людей в доме. У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, была кольчуга, часть его военных доспехов, и он был вынужден отдать ее одному иудею под залог, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был должен ему. Иудей мог оставить себе кольчугу, если пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не вернул бы ему долг. Итак, Абу Бакр руководил молитвой, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уже не мог присутствовать на ней.
Но каждый раз во время молитвы он подходил к окну, чтобы убедиться, правильно ли стоят ряды. И видя, что ряды выпрямлены и стройны, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, благодарил Аллаха, святой и велик. Затем пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был уже не в силах ходить. И он даже перестал говорить, саллиллаху алейхи вассалям. К нему зашел брат Аиши, да будет доволен ею Аллах. У него в руках был сивак, которым он чистил зубы. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, увидел этот сивак. Аиша заметила это, и, будучи сообразительной и знающей желание своего мужа, она поняла, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, хочет почистить зубы. Она спросила: «О посланник Аллаха, ты хочешь сивак?» Он кивнул головой. Она взяла сивак и передала пророку, саллиллаху алейхи вассалям, который стал очень тщательно чистить свои зубы. Пророк хотел встретить Аллаха, святой и велик, с чистым ртом, со свежим дыханием. Вы знаете хадис про сивак? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы я не боялся, что это станет затруднительно для моей уммы, то повелел бы использовать сивак перед каждой молитвой». Вот как важно иметь чистые зубы, чистое дыхание. Есть даже достоверный хадис, в котором говорится, что если вы пользуетесь сиваком во время молитвы, ангелы приближаются к вам настолько близко, что прикладывают свои губы к вашим и вбирают в себя слова Корана, которые вы произносите. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, почистил зубы сиваком, затем Аиша взяла его и тоже почистила им свои зубы. Она говорила: что это было в последний раз, когда я попробовала слюну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Она очень хотела почувствовать вкус слюны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему нет? Ведь слюна пророка, так же как и его пот, который был слаще миска. В тот момент Аиша заметила, что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, произносит какие-то слова. Он, саллиллаху алейхи вассалям, говорил следующее: вместе с пророками, правдивейшими и мучениками. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Я желаю быть вместе с пророками, правдивейшими и мучениками. Субханаллах. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, лучший из творений, говорит, что он надеется быть вместе с пророками, правдивейшими и мучениками. Он, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, да, даже пророки Аллаха, да пребудет над ними всеми мир, были очень скромны и смиренны перед Всевышним Аллахом, обладали наивысшим благочестием и набожностью. Посмотрите на пророка Юсуфа, мир ему, который сказал нечто подобное. Он сказал: «Раббай, тавафани муминан, ва альхикни бис салихин». Я Аллах. «О Господь мой, позволь мне умереть верующим и присоедини меня к праведникам». Есть ли более праведные люди, чем пророки, чем пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям? И при этом они просят своего Господа позволить им следовать, идти за праведниками. Им не важно, пусть они будут последними из пророков, правдивых, мучеников или праведников, лишь бы быть среди них. Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам. Ля иляха илляллах. Мои братья и сестры, когда вы просите что-нибудь у Аллаха, делайте это со всем смирением и унижаясь перед Ним. И никогда не хвастайтесь своей набожностью. Всегда помните о ваших грехах, помните, кто вы и из чего вы были сотворены. И что всегда есть те, кто лучше и достойнее вас. Аллах возвысит того, кто проявляет перед Ним смирение. Прошли дни. Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, становилось все хуже и хуже. Однако в один из дней посланник Аллаха почувствовал себя немного лучше и попросил Фадля ибн Аббаса и Али, да будет доволен ими Аллах, поднять его и подвести к окну. Пророк уже мог говорить. Они подвели его к окну, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднял занавеску. Люди вот-вот собирались начать молитву. Он увидел, как они тщательно выравнивают ряды, плечо к плечу, идеально прямые линии. Это очень обрадовало пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и он улыбнулся своей красивой улыбкой. Разве это не символ братства и единства мусульман, мои дорогие братья и сестры? Люди уже почти вступили в молитву, но увидев пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они тут же застыли. Затем они стали громко произносить такбир. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Посланнику Аллаха лучше!»
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, уже хотел уйти, чтобы уступить ему место имама. Но посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, повелел ему оставаться. И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, начал молитву. Но пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был слишком слаб, чтобы присоединиться к ним. Он вернулся в свою комнату и снова лег в постель. Затем Аиша, да будет доволен ею Аллах, услышала, как он произнес следующие слова. Нет, я желаю быть с высочайшим спутником. Это Аллах свят он и велик. Я хочу быть рядом с ним, с величайшим. Аиша, да будет доволен ею Аллах, поняла, что посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был дан выбор. Остаться жить вечно или покинуть этот мир. И он выбрал уход, выбрал встречу со своим Господом. Есть еще один хадис. И хотя я не знаю, достоверный он или нет, но он подтверждает хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, как ангел Джибриль, мир ему, пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал ему, что пришел ангел смерти и спрашивает его, как спрашивал всех других пророков, что если он желает, то может прожить еще больше, или же он хочет вернуться к Аллаху святу на велик. И в этот момент пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на Джибриля, желая получить от него совет. И Джибриль, мир ему, сказал ему, «О посланник Аллаха, твой Господь тоскует по тебе». И вот тогда Аиша услышала, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, «Нет, я хочу быть вместе с высочайшим спутником». Наступил следующий день. И это был понедельник. В этот же день, в понедельник, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, родился. Мы не знаем точно, какого именно числа, но достоверно передано, что это был понедельник. И в понедельник посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир. В этот день, по милости Аллаха, он, саллиллаху алейхи вассалям, смог совершить утреннюю молитву в мечети. Затем его привели в комнату Аиши, а Абу Бакр отправился к себе домой. В мечети не осталось никого из мусульман. После восхода солнца все ушли по своим делам. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, войдя в комнату Аиши, почувствовал сильную головную боль, и у него снова началась лихорадка. Он сел на кровать и снова положил свою голову на грудь Аиши. И она говорила, я услышала, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, произносит слова любви к Аллаху святу на велик. И я почувствовала, как его тело становится все тяжелее и тяжелее. Я посмотрела на него и увидела, что его взгляд устремлен на небеса. Поистине взгляд следует за душой. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир. Да. Даже посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, испробовал вкус смерти. Аиша, да будет доволен ею Аллах, не могла этого вынести. Она положила его на пол и выбежала из дома. Когда люди услышали ее крик, они поняли, что произошло что-то ужасное. Она кричала, «Посланник Аллаха! Посланник Аллаха!» Сподвижники, услышав ее, побежали к ней. «Что случилось?» Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир. Больше не будет откровений с неба, не будет аятов. Посланника Аллаха больше нет. Кто теперь будет давать им советы? Кто будет вести их? Эта жизнь потеряла смысл без него. Где им теперь искать его благословений? Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, покинул их. Что им делать? Ведь он был для них словно отец и мать. Нет, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, был им дороже, чем их матери, отцы и их дети. Дороже всего на свете. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир по велению Аллаха святу на велик. Сподвижники начали вести себя словно помешанные. Они почти потеряли свой разум. Они говорили, клянусь Аллахом, не было в нашей жизни более грустного дня, чем тот, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул нас. Мы слышали, как Медина буквально сотрясалась от плача и воплей. Умар, да будет доволен им Аллах, держал в руке свой меч и говорил, кто скажет, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, умер, тот лицемер. Нет, он не умер. И кто скажет, что он умер, я отрублю ему голову.
Али, да будет доволен им Аллах, настолько был поражен, что потерял дар речи. Усман, да будет доволен им Аллах, перестал чувствовать свои ноги и упал на землю. Другой сподвижник сказал: «О Аллах, если это правда, то пусть я ослепну». И передается, и Аллах знает лучше, что он действительно ослеп. Он сказал, что он не хочет никого видеть после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вся Медина была погружена в плач и восклицание. Когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, услышал эту новость, он побежал к дому Аиши, зашел в комнату и увидел, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был укрыт простой йеменской тканью. Она покрывала лицо посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, открыл лицо пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и начал плакать. Так, что его слезы капали на щеки пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он наклонился, поцеловал лицо пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а затем сказал: «Ты был прекрасен живой, и ты прекрасен сейчас, когда ты мертв, о мой друг, о посланник Аллаха». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, снова накрыл его лицо и вышел из комнаты. Он оглянулся и увидел, насколько люди были потрясены случившимся. И только Абу Бакр, истинный предводитель, мог успокоить людей. Он поднялся и обратился к Умару, да будет доволен им Аллах. «О, Умар, сядь и успокойся». Но Умар, да будет доволен им Аллах, не послушался его. Затем люди повернулись к Абу Бакру и направились к нему. И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, произнес свои знаменитые слова: «О люди, кто поклонялся Мухаммаду, то поистине Мухаммад умер. А кто поклонялся Аллаху, то поистине Аллах живой и не умирающий». Затем он прочел следующий аят, приблизительный смысл: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Мухаммад, никто иной, как посланник Аллаха, как были посланниками те, кто пришли до него. Если он умрет или будет убит, неужели вы опять повернетесь вспять и свернете с пути Аллаха, потеряв себя? Если кто-нибудь поступит так, то поистине Аллах не нуждается в нем. Аллах вознаграждает тех, кто благодарит его. В этот момент все мусульмане чуть было не упали на землю. И они говорили: «Клянемся Аллахом, мы как будто бы впервые услышали этот аят, как в тот день, когда он был ниспослан нам». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, напомнил им об этом аяте. Поистине посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, знал, кого назначить своим преемником после него. Умар, да будет доволен им Аллах, тоже упал на землю. Он говорил: «Я не чувствовал своих ног. Мне показалось, что я слышу Коран в первый раз в своей жизни. И вот тогда я и осознал, что посланник Аллаха действительно покинул нас». Мои братья и сестры, скоро будет азан на ночную молитву, и я не хочу больше забирать ваше время. Но скажу лишь, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был всего лишь посланником Аллаха. И его смерть дает нам четкий знак, что единственный, кому мы должны поклоняться и на кого мы должны полагаться, это Аллах, свят он и велик. Аллах говорит в Коране: «Скажи, Он Аллах один, Аллах Всевышний един, и только Он достоин вашего поклонения и ваших взываний. И что бы мы ни делали, мы обязательно кому-то или чему-то поклоняемся. Или мы поклоняемся деньгам, или своему собственному эго, или мы поклоняемся вещам вокруг нас, нашему положению, семьям, роду. Все, что управляет нашей жизнью и становится нашей главной целью, целью нашего существования, и будет объектом нашего поклонения, будет нашим божеством. Если наша работа мешает нам вовремя совершать молитву, если наше богатство отдаляет нас от наших обязанностей перед Всевышним Аллахом, что бы это ни было, это станет объектом вашего поклонения. Поэтому будьте осторожны, мои братья и сестры.
Поистине посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, оставил нас на чистом и прямом пути. И перед смертью пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова. Аллах проклял иудеев и христиан за то, что они сделали могилы своих пророков и праведников местами поклонения. Не делайте из моей могилы место для поклонения. Суть посланий всех пророков сводилась к одному. Это поклонение одному лишь Аллаху Святому и Велик. И я уверен, что мы не предаем Аллаху сотоварищей в поклонении напрямую, но это происходит иным образом. Ведь сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Я не боюсь, что вы будете поклоняться кому-либо другому помимо Аллаха, но я боюсь больше всего, что этот мир откроет перед вами свои красоты, и вы будете гнаться за ним». Соревноваться ради мирских благ, как делали это те, кто жили до вас, пока это не разрушило их сердца, пока это не разрушило их самих. Братья мои, разве это не реальность, в которой мы сегодня живем с вами? Если говорить в общем, наше братство так же крепко, как оно было раньше, или же эта мирская жизнь разделила нас? Соблюдаем ли мы свои обязанности по отношению к тем, кого Аллах повелел нам содержать и защищать, имея в виду наших женщин, имея в виду наших жен, детей, наших родителей? Хорошо ли мы относимся к нашим родственникам и соседям? Выполняем ли мы свою работу должным образом, как повелел нам Аллах? Благодарим ли мы Аллаха за богатства, которыми Он нас наделил? И вообще за все, за что мы обязаны Ему? Остались ли в нашей жизни такие явления, как национализм, превосходство одних народов над другими, различия в цвете кожи и происхождении? Мы до сих пор считаем себя выше и достойнее других, потому что у нас больше знаний, или потому что мы больше поклоняемся, лучше знаем Коран, или совершаем больше молитв, чем остальные. Именно об этом были последние слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Я прошу Аллаха, Святого и Велик, вновь объединить нас с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Я прошу Аллаха, Святого и Велик, чтобы он даровал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, достопочтенное место, которое он обещал ему в тот день, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, будет заступаться за нас с позволения Всевышнего Аллаха. Я прошу Аллаха, чтобы он сделал нас частью его уммы, чтобы мы шли по его пути, чтобы мы шли по пути праведников, мучеников за веру, правдивейших и пророков. Я прошу Аллаха, Святого и Велик, чтобы он позволил нам испить из благословенных рук пророка, саллиллаху алейхи вассалям, напиток, после которого мы уже никогда не почувствуем жажду. Я прошу Аллаха, Святого и Велик, чтобы он сделал нас сподвижниками его посланника, саллиллаху алейхи вассалям, в раю. И главное, чтобы он позволил нам увидеть свой прекрасный лик и объединил нас в этом желании. Я прошу Аллаха, чтобы мы встретились вместе с вами в раю, возле какого-нибудь прекрасного райского дерева, и чтобы мы вспоминали этот наш день и те прекрасные чувства, которые мы испытывали, говоря о лучшем из творений Мухаммаде, саллиллаху алейхи вассалям. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته